В Балакове завершился Кубок России по подводному спорту, который уже традиционно проводят в феврале в Балаковском бассейне «Альбатрос». 255 спортсменов, 24 региона. Среди участников 10 спортсменов из Балакова. По итогам соревнований команда Саратовской области стала восьмой, а тройка лидеров такова. Первое место – команда Красноярского края, второе – у команды из Новосибирской области, третье – у ребят из Ярославской области. Самые красивые моменты соревнований далее.